Компания Lincoln, производитель люксовых американских автомобилей, представила новое инновационное сиденье, которое имеет аж 30 регулировок, что способно предоставить невероятный уровень комфорта как водителю, так и пассажирам. При его создании инженеры Lincoln изучили массу сидений, которые используются сегодня в частных самолетах и в салонах первого класса ведущих авиакомпаний мира. В результате инженеры остановили свой выбор на модульной конструкции кресла с подвесной системой из пластика и тонкого слоя пены. Такая конструкция мгновенно подстраивается под форму тела, позволяя снять напряжение в районе шеи, плеч и других частях тела. Кроме того, для индивидуальной регулировки предусмотрено 6 положений в продольном направлении, 2 наклона спинки, 4 положения подголовника, 2 поддержки в верхней части спины, 4 ширины подушки, 4 поддержки бедер, 4 поддержки поясницы и по 2 боковых валика в верхней и нижней части спинки. Разумеется, новое суперсиденье оснащено подогревом, вентиляцией, системой лечебного массажа и обтянуто венецианской кожей самого высокого качества. О цене такого кресла пока ничего не сообщается.